патронов вот сюда притянул, и, блядь, прицелов я. Убили меня. Тебя ёбнули. Откуда? 19 левел убил меня. Метров сколько, посмотри. Так, 100 метров, меньше 100 метров, короче, это на 14 часов от моего трупа. Уровень открыл, ты можешь взять бесплатно, получается. Оба, тачку взорвали, нихуя себе. Тачка. Мне надо накопить 25 тысяч для этого. Для прицелных. Фраги, на изи. А? Мы поехали на джипе. Ты живой еще, да? Ту гору держать надо. Поднимите. Топов. Топов. Смотри. Иду, иду, иду. О, нифига, летит. Откуда тебя забрали, вонюка? Музыка играет, да? Зачем умер? Он, наверное, стол, да, наверное, не покупает. Не-не-не, точно не будет. Я лечу туда. А, я думал, что... Нет, нет, меня же он сначала убил. Подумаешь? Это не бот. Да. Я не знаю, сейчас я лечу. Он же выбирал? Но... Сейчас попробую. Но он не даст, надо сначала убивать его. Я видел твою суку эту. Задов, ты если мне что-то говоришь, тебя не слышно нихуя. Эх. Эх, на тебя. Я? Нет, не бедный. Просто мерзость. 5 минут назад, как Сузи, 5 отверстий. 5 минут назад я купил новый персик. Да, он чувак. Михаил читер или от третьего лица играет? Всего 5 минут спустя. Видишь, камни кружит танго прямо на моих костях. На, вижу, ага. Я же не обнят, надеюсь? Нет, нет. Смотри, вот я. Ага, вижу, вижу, вижу. Смотри, как называться будет. У него 20 секунд дающий где-то. Ага, таймер, чё? Ты по 40 спускал. Ну? Или нет? Ничего не дал уже. Красава. А? Он живой? Че за хуйня? Абу! Да. Тот медовый, что крутил, я 5 минут уж как косяк. И потому слюнявлю новый на маршруте в особняк.